Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Антитеррорист Rush 3. Ну что, в атаку? Так, мы немножечко прокачались с тобой. Кстати, мы где-то с тобой в аэропорту. Ох, тут уже какая-то жиробасина стоит, а? Так, нам надо собаку вызывать, ребят. Конечно же. Собачка нам поможет в этом деле. Так, бросим гранату, наверное, туда. Ох ты! Откуда же ты взялся, прядник? На-ка. Минус. Так, тихо. Патроны. Ну, готов. Все, мы с тобой прошли этот уровень. Вот так, ребята, аэропорт встретил нас, называется. Ну что же, мы с тобой, наверное, получили звезду, я так понимаю. И снаряга. Снаряга, конечно же, будем прокачивать. А я могу только прокачать гранаты. Но это тоже неплохо, на самом деле. Погнали. Следующая миссия у нас. Опять аэропорт. Так, давай-ка мы... Наверное, так сделаем. Ты посмотри, посмотри, что творят, а? Давай. Блин. Этим ножом пока... На... Зря я, наверное, так сделал, да? Гранату лучше всего бросать, естественно, друзья мои, где их много стоит. То есть в толпу. Вот здесь, например, мне очень плохо сейчас будет. Хотя... Нет, все-таки завалят меня. Ребят, не хватит, наверное, здоровья у меня. Хотя, если мы этого победим... Отлично. Слушай-ка, ну... Есть, да? И был смысл прокачивать ему этот пистолет. Ты видел, да? Он справляется с ним неплохо и без меня. Так, ну что у нас тут на прокачке? Это я не могу сделать. Мы можем взять другую собачку с тобой. Защита. Вот, вот это вот, наверное, надо нам взять с тобой. От огнестрельного оружия. Так, и по снаряге давай глянем, что у нас тут. Наверное, я автомат все-таки прокачаю чуть-чуть. Да, так будет лучше. Ну что, погнали дальше. Будем смотреть. Фига, у нас чувак тут крутой такой. На-ка. Так, тихо, собачка, выходи. Да, тут как-то уже, ребят, ну, блин, уже больно много их здесь. Будем честны. Да. У меня, как ты видишь, закончились патроны. Скорее всего, здесь нас... положат. Не могу справиться с ними. Ну что же, 100%, ребята, мы с тобой так почти 400 монет получим, да, получается. 400 монет, даже уже чуть больше. Этого нам должно хватить на какую-то, так, 15 уровень. Давай-ка я зайду в снарягу. Мне очень интересно. Так, нож или собаку? Наверное, собаку мы с тобой сделаем, да? Урон 200. 5 собак у нас будет с тобой. Надеюсь, как-нибудь прорвемся здесь с тобой. Нож слабоватый. Именно мало урона наносит. Вот что тебе скажу. Да, надо будет нож менять. Если нож мы с тобой поменяем, то... Возможно, ребята, нам будет немножко попроще проходить. Так, песик, выходи, это последняя, да, у нас собачка? Да, собачка последняя. Сколько же врагов-то еще тут? Блин, у меня закончились, ребят, патроны на автомате. И здесь мы не справимся с тобой. Потому что нам еще, ой, много идти, далеко, так сказать. Ай-яй-яй. Да, тут не пробиться мне через эти толпы. Хм. Рапорт. Так, завершено 84%, да? Хорошо, давай заглянем с тобой в прокачку. Может быть, нам взять с тобой собаку другую? Кто-то говорил, Рэй, накопи 4 звезды, и я объясняю, ребята. Если у меня будет 4 звезды, но не открыт вот этот вот броник, я не смогу сразу перепрыгнуть, ты понимаешь, в чем дело? Мне вот надо по порядку все открывать. Так, урон 500. Беру, ребят, эту собаку. А у этой сколько был? 200. 500, ну конечно, лучше 500.
Тут само собой, так, и в снарягу. Мне бы вот либо здоровье прокачать, или ножи. Ножи, 5 ножей всего лишь, да, у меня будет. Мало, я серьезно говорю, этого мало. Давай посмотрим, как собачка будет себя вести. Насколько у нее будет прекрасный дамаг. Да как тебе сказать. Так себе урон на самом деле. Я думал, будет побольше, посерьезнее урончик. Но, тем не менее, все равно приятно. Так, у нас с тобой половины здоровья уже нету. Так, и патроны у нас с тобой заканчиваются на автомате, как ты видишь. А впереди еще будет, да, впереди. Так, вот это вот последний. Нет, тут мне никак не справиться, ребят. Тут надо... Скорее всего, броник, наверное, брать улучшенный. Ну, как минимум. Или брать достаточное количество здоровья. Так, урон. Урон. Я, наверное, хп все-таки возьму, ребята. 3000 здоровья у меня, да, стало? Ну, может быть, мы с тобой сейчас пройдем. Граната еще тоже слабо бомбит. Нож слабо бомбит и граната. Вот что я заметил. А что так нож-то быстро закончился, господи. Я даже не успел ничего им поделать, если честно. Так, бросаем туда гранату с тобой. Ну, совсем не вариант, ребят. Так, предположим. Еще вызовем с тобой собаку. Собака сейчас в холостую у нас пробежала. Но все, здесь и завалят нашего антитеррориста, да? Твою ж налево, аж бесит. Так, заходим в снарягу, смотрим, что у нас тут. Гранаты, я, наверное, все-таки прокачаю пистолет. Это как бы его основное оружие, да? Которым он постоянно занимается так. Я не знаю, давай нож. Урон 500, а у этого сколько? 200. У этого 700 уже. 3 звезды. Ну там и собачка будет покруче. 1000 урона, ну, нифига. Последний песик. Питбуль, походу, дела. Ну что, давай попытаемся. Елки-палки, не могу этот аэропорт пройти. Блин, бесявый. Так, нож. Слушай, ну вот это уже другой разговор. Нож, по крайней мере, на тебе. Сейчас, сейчас, ножи, правда, кончаются у меня. Но фиг с ним, пёси, выходи. Пёси, выходи. Так. Собачка с этими разберется. Так, есть шансы все пройти, ребята, этот уровень. Так. Унесли, унесли, унесли. Да, вот это вот последний, ребята. Есть. Ну вот, наконец-то мы здесь с тобой прошли. Забомбили всех и получаем звездочку. Так, что-то у нас по снаряге, да, доступное. Собачку я, наверное, возьму все-таки. Ну что, отправляемся дальше. Так, аэропорт до сих пор еще, а? Ох, это кто такой? Ух, ничего себе, что он творит. Вот так вот, друзья мои. Да хорош. Вот гаденыш. Так, надо с ними как-то быстренько разбираться. А как с ними быстро разобраться? С ними быстро не получается, если честно. Так, песи, давай выходи. Так, у меня больше нету. Автомата нету больше. А это, видимо, последний, да? Ну, есть. Фу, посмотри, сколько у меня было здоровья оставалось. Ну, мы прошли. Это была 11-я миссия. Так, чтоб в снаряге. Вот, вот, автомат нужен, конечно же. Автомат прокачали, теперь здесь.
Ну что, остается гранаты, ребят, прокачать, конечно же. Так, поехали дальше. Тут, кстати, скоро карта закончится. Не знаю, что мы там дальше будем с тобой делать. Оу-оу-оу-оу-оу. Да ну хорош. Еще... Ты посмотри. Сидит он мне там на вертолетике. Блин, да вы достали, а. Так, надо вот этого жиробаса бомбить. Твою же налево, игра усложняется с каждым разом. Усложняется и усложняется. Иди ты, ай, промахнулся. Да ладно, прошли. И все время на микронах. У нас столько здоровья остается мало. Так, получено 608 баксов. По снаряге что нам с тобой доступно? Только ножи, что ли? Окей, прокачаем ножи. Слушай, а тут карта заканчивается. И что дальше? Мы вот сюда наверх, что ли, полетим куда-то? Или как? Да ты посмотри, тут все купленные. Тут даже сами пилоты, ё-моё. Чуть ли не террористы, блин. С какого, блин, перепуга-то? Всех, как говорится, на мясо. Песи, выходи. Давай, 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 давай. Так, этого надо подбить. Трындец. Чего-то меня здесь вообще моментально разбомбили, если честно. Ну и опыта, кстати, больше получаю. Так, в прокачке мне что-нибудь дадут? Солидные. Так, 3 звезды. Я думаю, мне... Ох ты. Или пистолет. Наверное, пистолет в первую очередь. Так, а по снаряге нам доступно... Гранаты. Окей. Твою ж налево, вот это уровень. Ну что, погнали. Так, здесь он справится сам. Да чтоб тебе. Вот эти вот летуны. Блин, мало здоровья, очень мало. На. Блин, фиг по нему еще попадешь, а. Ай, не успел. Не успел, блин. Ладно. Так, снаряга. Что нам тут дают? Во. 3500, но этого все равно мало, мне кажется, здоровья. Ты же видел, как они сносят. Моментально практически. Особенно вот эти вот. Со своими бочками. Тут лучше автомат, мне кажется, прокачивать. От него как-то больше толку, чем с этим ножом там, да? Так, а у меня закончился, да? Молодец. У нас закончился с тобой автомат. Теперь я как голодранец. У меня и ножи закончились. Да ладно, прошли уровень. Фух. Все потратили. Под сухую. Быстренько бежим в снаряжение, смотрим. Так, бесконечные патроны. Давай, берем. Ну да, я так и думал, что мы будем с тобой подниматься выше. Так оно все и происходит. Так, где-то в Багдаде. Не знаю, почему я так... Ох! Ты тихо ты! Да, тут серьезные уже противнички. Серьезные противники, если честно. Да ты достал, а. Ты посмотри, что делает, а. Нет, я в принципе понял, откуда он влазит. Не хватило, да, чуть-чуть мне. Ладно, ничего страшного. В прокачке, а что у меня? 3 звезды. Ага, 3 звезды. Ну что, я наверное, возьму от взрывного. Я думаю, что от огнестрельного оружия возьмем с тобой шлем. Погнали. Ну. Так, отлично. Здесь всегда выходит, ребята, вот когда вот такие вот ворота.
Можно не сомневаться, что здесь обязательно это чудило будет выходить. Вот он. Блин, на него очень много тратится именно ресурсов. Сейчас вот здесь появится, вот он, видишь? Блин, у меня маловато здоровья, совсем мало. И это все этот чудик из автомата своего бомбит. Ну, твою ж налево, ну, 100% это был последний на моем пути, и он меня завалил, а? Чтоб его. Че, гранаты? Ну, гранаты. Будем прокачивать все, что, ребята, у нас будет, ну, попадаться, как говорится. Тут уже не побрезгуешь. Так, давай будем бомбить. Вот он. Он, кстати, больше всего здоровья-то и отнимает, если честно. Так, вот он. Сейчас опять появится, вот он. Да чтоб тебе, совсем забыл. Автомат закончился. Да ты серьезно, блин, опять мне не получится, да? Нет, прошли. Ну, здоровье там вообще, ребят, у нас. Расплюнуть, и мы бы упали, рассыпались бы. Так, я думаю, что скоро, ребят, по-моему, мы пройдем с вами эту игру. Что-то мне именно об этом говорит. Хотя, может быть, карта у них поменяется, я фиг ее знает. Как у них тут все будет. Так, не забывай, что здесь сейчас амбал вылезет. Оу! Я и не увидел этого хмыреныша там. Так, открывает окна и бросает гранату, да, значит? Плохо. Значит, нам теперь нужен броник именно от огнестрельного оружия. Ой, от взрывного. Так, 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 так. Так, 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 так. Не дадут, не дадут, конечно, пройти. Как бы тут не старался, а? Прижучивает. Что у нас в снаряге? Вот, ХП. ХП мне необходимо, да? Именно здоровье. Так, а здесь надо брать, друзья мои, броник. Именно от вот гранат. Потому что, ну, не дадут они покоя, будут гранатами меня зашвыривать. А мне, как говорится, не разорваться, да? Тут выбор либо-либо. Причем, видишь, как они делают? И он стоит на месте, и этот, и тут еще чудик этот. Еще один. Да. Ну. Да ты серьезно, что ли, блин? Да давай ты. Все, у меня закончится себе это. А тут сейчас этот амбал вылезет. И это последний, да? Успели. Да надо же, мы его завалили. Опять у нас с тобой здоровье было вообще миллиметр там. Так, по снаряге, что у нас с тобой доступно? Пистолет, собака. Гранаты. Вот, автомат я возьму. Прокачаем автомат с тобой. Фух. Там остаются считанные, ребята. Ох ты. В плане. А, мне надо было здесь рычажок нажать. Ладно. Теперь я буду знать, что здесь надо нажимать рычаг. А как? Подожди секунду, я не понял. А как мне его активировать? Стоп. Мне надо стрелять или что? Да, ребята, я, честно говоря, не могу понять, что мне нужно делать с этим рычагом. Может быть, гранату в него бросать? Ну-ка, попробуем. Точно. Нет. Погоди-ка, а что тогда? А если я собаки пробегают, а я нет? Не пойму я, что надо сделать. Все. Понял, друзья мои. Я должен бросать нож. Бросаем нож. Он вырубает эти рубильники.
Трындец. То есть, ну, ножи, ребята, мне нужно беречь. Да, получается? Вот они задачку тут устроили, а? А если у меня не хватит, предположим, ножей? Вот у меня последний нож в данный момент. Ты вот сейчас, вот сейчас вот стоит ловушке одной появиться, и все, ребята, я не пройду ее. Но, слава богу, ее не было. И мы проходим с тобой дальше. Вот наворотили, а? Так, мы, по ходу дела, с тобой идем. Летим обратно, да? Так, три звезды, три звезды. Берем с тобой вот этот автомат. Так, а что у нас по снаряге? Пистолет, ножи. Ножи, наверное, нам пригодятся, мне кажется. Так, ну что, поехали. Тихо, вижу. Вижу рубильники. Стопэ. Чё там? Тихо. Там, блин, с гранатомета кто-то бомбит. Так. Да ну хару. Блин, у меня закончилось, ребят. У меня только ножи. Фу. Я и этот уровень прошел. Но здесь здоровья у нас побольше осталось. В разы. Так, ну что, ребята. Давайте, наверное, улучшимся и будем с вами закругляться. Я думаю, наверное, в следующей серии мы с тобой все-таки допройдем здесь все. И, кстати, есть у меня, по-моему, еще вторая часть этой игры. Или даже первая. В общем, посмотрим. А на этом пока все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.